С вами компания «Электромотор». Сегодня мы хотим вам рассказать о такой штуке в котлах, как теплообменник. Здесь у нас представлены котлы «Миргаз». На их примере, в принципе, мы и расскажем. Теплообменник – это вещь, через которую, грубо говоря, у нас проходит процесс нагрева воды, или же, если двухконтурный котел, то это отопление, нагрев ГВС – с одним теплообменником. Если два теплообменника, то там как бы два раздельных будет. И нагрев, и вода. Значит, в чем различие? В данных котлах «Миргаз» устанавливаются теплообменники с меди. Это такое уже как бы давно используемый как бы материал, который давно уже как бы используется, он хорошо себя зарекомендовал, он долговечный, качественный, он не прожигается со временем, он хорошо, то есть передает тепло. Вот, если брать, допустим, другие бренды, не будем сейчас их называть, но это как бы такая вещь, которую нельзя вживую как бы увидеть и пощупать конечному потребителю, потому что все котлы закрыты, вы не видите, что внутри. Но многие производители как бы делают более такой экономный вариант, устанавливая теплообменники там, с алюминия, допустим. Вот. Поэтому рекомендуем выбирать более качественные, если есть возможность, конечно же, заплатить больше денег. Но... Посмотреть, да? Ну, посмотреть, наверное, сложно раскрыть его, посмотреть, потому что все они закрыты. Но в основном это написано в описании, в технических характеристиках котлов, это никто не скрывает. Но мы рекомендуем, конечно, ставить медные теплообменники, чтобы были в котлах. Покупайте такие позиции, если есть возможность. Потому что те, что, которые будут идти там с алюминия, они будут чуть немножко дешевле, но и, конечно, срок службы их, соответственно, тоже будет меньше, чем у тех, которые с медными. Как бы выбор делать вам, мы рекомендуем медные и рекомендуем котлы «Миргаз».